Собираем батут вначале. Собрали основу, каркас. Теперь крепим сам батут. Вот интересно, натянется, будет надежно. Ну, этот батут рассчитан на 50 килограмм для детей. Натягиваем через 10 петель. Одна. Ну, по диагонали получается. По диагонали натягиваем. Вот так вот. Угу. Надо тянуть. Ничего себе. Сдвинулась. Ты лучше отпрыгнул. Вначале по диагонали и дальше все так же по диагонали натягиваем с этой стороны и с противоположной. Это что, щекотку? Так, натянули. Когда по диагонали натягиваешь, тогда получается. Если каждую подряд брать, не получится, будет тяжело. Так, теперь у нас пошла чехол, чтобы закрыть вот эти соединения. Просто закрывается, чтобы ребенок не травмировался. Все, закрыли. Самое главное первоначально, когда начинаем одевать на каркас сам батут, не забывать о том, что вот эта сетка, вот здесь вот будет столбик, а ну, Валер, покажи. Сейчас. Он должен быть напротив. Он должен быть напротив. Сейчас покажу. Вот такая основа. Здесь будет вот так вот и будет цепляться держаться. Мы первоначально забыли о сетке, о том, что ее надо крепление выставить напротив столбиков, поэтому пришлось снять вот эту защитную, назовем ее защитную пленку, эту защиту пришлось снять, а сейчас мы повернули полностью весь батут по каркасу и дальше. И дальше собираем. Сетка. Сетка потом укрепится на стоечке. Теперь
Теперь берем опоры для сетки, которые крепятся. Специальное есть крепление для них. И натянется сетка на них. Вот таким образом. Крепление болтом, да? Крепление одно и верхнее, и потом будет крепиться болтом. Специально есть такие пенопластовые мягкие, чтобы не травмировался ребенок. Болтовые соединения укрепляем, зажимаем болтами. Сверху одеваем пенопластовые мягкие такие трубочки, как бы. Обязательно закрепляем сетку сверху и начинаем по диагонали точно так же сетку одевать. По диагонали закрепили, и крепления идут такие вот липучки. Все, наш батут готов. Будет радость детворе. Итак, испытание. Нормально, нормально. На 50 килограмм рассчитан. Закроемся. Надо с той стороны удобнее закрывать. Я думаю. Есть. Ну что, можно? Пробуем. Давай я вот так. Сильно не буду, потому что это же детский. Ну все, друзья, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. Пишите комментарии, ставьте лайк обязательно. До новых встреч в эфире. Всем пока!